Сейчас 24 октября 2011, 23-17. В общем, я решил попробовать новый, не то что новый, Jaguar Light, новая банка. То есть раньше они были белые с красной надписью, вот, а сейчас появились другие, черные с синей надписью. Вот. Вот такой. То есть даже такое впечатление создается, как будто эта надпись, она прям как будто светится синим цветом. Вот так вот, если посмотреть, ну, прикольно, мне нравится, как вот новое. Вот, ну, те красные, белые с красной надписью, они где-то у меня тут, кстати, была вроде банка. Если я не выкинул еще... Нет, наверное, уже выкинул. Вот. Которые были раньше, тоже, в принципе, красивые. Но вот это мне больше нравится, как будто прям надпись светится. Вот. Вообще, я Jaguar не часто пью. Ну, например, одну банку в месяц, не чаще. Вот. Просто меня привлекло то, что новое. Я думал, какой-то он новый, а оказался это тот же Light. Но я его еще не пробовал, сейчас откроем. Так. Попробуем. Да, тот же Light. Тот же Jaguar Light, просто банка другая. Но это они специально сделали, чтобы привлечь, наверное, людей, потому что те банки все знают, а то подумают, о, какая-то новая. Посмотрит Jaguar Light, новая банка, решат купить, попробовать. Я-то был уверен, в принципе, что это тот же Light. Я просто взял из-за банки, мне понравилась новая надпись такая, как будто светится, да, вот это мне понравилось. Вот так-то я знаю. Ну, в принципе, да, правильно, он тот же самый. А люди, которые не пробовали, например, да, ну или пробовали, они подумают, о, новая банка, наверное, какой-то новый Jaguar купит, а он такой же. Это чисто специально такой ход, рекламный, хороший ход такой. Вот. В общем, клево, блин.